Готовь сани летом, и трубы тоже в Ульяновске приводит в порядок теплосети. 10 километров городских коммуникаций энергокомпания «Т-Плюс» планирует заменить до начала отопительного сезона. Параллельно с ремонтом специалисты продолжают гидравлические испытания тепловых сетей, которые выполняют по секционными проверками с использованием мобильных прессовочных комплексов. Результаты обнадеживают. Из 451 выявленного порыва устранено 407. В этом году мы концентрируем свое внимание особенно на сетевом хозяйстве, там, где основные порывы и утечки происходят. И если брать суммарное выражение, то у нас вся ремонтная кампания практически за 500 миллионов рублей в финансовом выражении, что на 360 миллионов больше, чем в прошлом году. Один из крупных объектов расположен на улице Радищева, близ областного парламента и Ленинского мемориала. Этот трубопровод питает детскую областную больницу, БСМП и травмпункт. На улицах Лесной, Карла Липнихта, Волгоградской тоже меняют теплосети. Практически 1 миллиард рублей в этом году направлен на подготовку к отопительному сезону. Мы не меняли планов. Все взятые обязательства еще в прошлом году и планы на 2022 год и на межотопительный сезон мы реализуем. Поэтому на сегодняшний день конкретно по ульяновскому филиалу «Т-Плюс» опасений нет. Мы будем готовы к отопительному сезону. Руководитель ульяновского филиала «Т-Плюс» обещает уложиться в сроки, однако может подвести муниципальный транспортировщик, который сейчас находится в банкротном состоянии. Буквально в ближайшие дни поступили сообщения о том, что нету ни ГСМ, ни материалов. Предприятие практически прекратило подготовку. Обеспокоенность теплоэнергетиков подготовкой к зиме предприятия «Городской теплосервис» понятна. ПАО «Т-Плюс» является единой теплоснабжающей организацией, отвечающей за доставку тепла потребителям и в зоне расположения сетей банкротного предприятия, которое тоже должно вести работы на тепломагистралях. Ведь если трубопроводы должным образом к отопительному сезону не подготовить, это может создать проблему в теплоснабжении всего города. Виктория Чиркова, Артем Куранов. Улправда ТВ.